А теперь к новостям спорта. В Славянске на Кубани прошел зональный этап регионального турнира по баскетболу «Локобаскет. Школьная лига». За выход в полуфинал боролась и славянская команда. Удалось ли нашим спортсменам одержать победу, узнали наши корреспонденты. За выход в полуфинал регионального турнира по баскетболу среди команд юношей 9-11 классов общеобразовательных учреждений Краснодарского края в наш город приехали побороться 5 команд из Краснодара, Анапы, Темрюка и Красноармейского района. Наш район представляла команда юношей из 4-го лицея, победитель районного этапа соревнований. Команда та, которая выиграет, получает путевку в полуфинальную, а затем в финал. Турнир этот рассчитан на 18-19 год. Так что пожелаем нашим ребятам удачи. Турнир «Локобаскет. Школьная лига» в нашем регионе проводится уже 12 лет. Цель проекта – поддержка школьных баскетбольных команд, тренеров, а также дать возможность ребятам посоревноваться, повысить уровень мастерства. Команды провели по 4 игры, по итогам которых и определился победитель. Учащиеся лицея номер 64 города Краснодара не проиграли ни одного матча. Именно они сыграют в полуфинале. Славянские баскетболисты заняли только 2-е место, обыграв 3 команды из 4. Полуфинальные игры пройдут также в нашем городе в феврале 2019 года. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».